я думаю, исход матча решил первый период, где мы довольно-таки удачно и своевременно забили три гола. Вот, сами, если честно, не ожидали, но дело в том, что вот эта вся работоспособность и нацеленность на ворота дало о себе знать. То есть вот эти моменты, когда были игры проиграны нашей командой, где-то что-то не дорабатывалось, где-то было... Игрок, допустим, шел в отбор или на подбор, или игру в тело без цели. В данный момент какая-то цель была, и ребята подкорректировали, то есть и результат сам за себя. Добрый вечер. После таких игр сложно что сказать. Я приношу свои извинения за плохую игру сегодняшней команды. Сегодня, мне кажется, была самая плохая наша игра. Я вам обещаю, такого больше не повторится. Спасибо. Ну что ж тут можно сказать? Столько сил и борьбы было отдано в матчах с лидерами Восточной конференции, и с Магнитогорским Металлургом, и с Трактором шла игра от ножа. Наверное, немножко не хватило чуть-чуть физики, а может быть, настроя эмоционального. Трудно сказать. Будем разбираться. Когда уже, в принципе, исход был ясен этой встречи, занервничал, да, вот опять же, Жердев скрестнулся с Прониным и тому подобное. Как бы команду как будто затрясло, да, вот. Может быть, какая-то нервозность, которая появилась в последнем матче, тому причине, потому что можем никак победить. Можно, конечно, сказать. Все-таки у нас много в последнее время пятую игру проигрываем подряд. В общем-то, много сил отдали. В общем, какая-то неуверенность, она есть, она прослеживается. Наверное, сказал, в общем-то, счет большой, конечно, давление большое. В общем-то, обидно проигрывать, тем более при своих болельщиках в домашней игре. Появились такие несдержанные, скажем так. Но это нормальный спорт, эмоции. Вот вам не кажется, что было место какой-то недооценки соперника? Нет, такого не было. Противник был сегодня свежее, катался лучше и быстрее двигался.